Ну да, мы имеем хорошо работающую сталь в обоих случаях. А вот детали, ну, судите сами. Рука Эдинкасты безальтернативно направлена на европейский подход в кухне. Мияби, в свою очередь, вписывает именно Японию в D-образную рукоять. Намкаста тоньше, 1,9 мм против 2,2 мм. С другой стороны, 2,2 мм – это абсолютный стандарт. А вот за меньшую толщину придется заплатить. Мкаста весит 183 грамма. Как по мне, это допустимо, но по нижней границе. Мияби – это классические 230 грамм. Форма самого клинка у Мкасты заточена на плоскостную работу. На мой взгляд, такой подход несколько странный, ведь в серии есть и Сантоку, и Накири. У Мияби на этом фоне более сбалансированная серия. Мияби несет Микарту на рукояти, посудомоечную машину нож, скорее всего, переживет. Мыть на постоянной основе я б не стал, у Мкасты по кову, тут однозначно мимо посудомоечной машины. Уровень базовой заточки, ну то есть заводской заточки, выше у Мияби. Это удивительно, но с коробки Мияби острее.